И мы начинаем, конечно, с самого весеннего элемента женского гардероба. И это, конечно же, берет. Лер, я себе вообще не представляю весну без берета, действительно. Я с тобой совершенно согласна. Действительно, это то самое время, когда хочется выглядеть, ну так я бы сказала, даже по-французски немножко. И, конечно, мы наряжаемся в берет и делаем красивые укладки под них. Поэтому я считаю, что обойтись без него, конечно же, не получится. Тем более, что сегодня у нас не просто берет. Арин, посмотри, какая красота. Ой, россыпь. Россыпь драгоценностей сегодня. Сегодня у нас Олмис представляет берет Мисс Весна. Цена только сегодня 999 рублей. У нас единый размер и у нас есть несколько цветов на выбор. Да, давайте начинать с ними знакомиться. Цвет сухая роза, только что мы с вами рассмотрели. Вообще, ты знаешь, это, Арина, на мой взгляд, вот тот самый оттенок розового, да, который подходит абсолютно всем. Слушай, не такой, который чисто девичий, да, такой, для девочек, да? Да, да, а да, именно вот для благородных женщин тоже подойдет. Согласна. Дальше у нас есть черный цвет, это классика, конечно же. Единственное, мой вам совет, знаете, я не очень советую черный цвет брюнеткам. Все-таки нужно немножечко контраста давать. Блондинки, шатенки, рыженькие, пожалуйста. А вот для брюнеток у нас есть огромная масса других цветов. Давайте с ними знакомиться дальше. У нас есть очень яркий, интересный солнечный цвет горчицы. Посмотрите, какая красота. Ой, просто сияет и сверкает, действительно. Красивая, правда, здесь у нас аппликация. Мне очень нравится, что это не какая-то маленькая брошь, а прям такая достаточно большая аппликация, роскошная. Но вообще сияние в тренде. Золото, драгоценные различные металлы, их имитация в тренде. Поэтому мы с вами получаем, в общем-то, еще и очень модный берет, помимо всего прочего. Так, классический вариант, красный берет. Кстати, красный вариант отлично, Арин, подходит к зеленому цвету, в том числе, например, к твоему платью. Здесь главное пропорцию соблюдать. Если одного цвета много, то есть как у тебя зеленого, красный берет прекрасно завершит ансамбль. Так, следующий цвет у нас будет бежевый. Посмотрите, какой красивый. А вот, кстати, о брюнетках. Вам рекомендую светлые оттенки, поэтому такой бежевый, например, прекрасно подойдет. Так, следующий цвет, это темно-синий, кстати, как альтернатива черному. Да, вполне подойдет как альтернатива черному, с тобой согласна, не такой жесткий, чуть помягче, чуть нежнее, я бы сказала, оттенок, но тоже классический и достаточно сдержанный. Так, и следующий цвет – это серый цвет. Да, серый оттенок тоже светлый, дорогие брюнетки. Еще раз вас призываю обратить внимание на светлые оттенки, на серый, бежевый, который у нас есть, ну и, конечно же, на яркие цвета. Вот что хочу сказать. В каждом берете, в каждом разном цвете бусинки идут тоже разного цвета. Мне так нравится. Да, тон в тон они выполнены. Посмотрите, нет слишком яркого контраста такого, да, поэтому выглядит узор богато, но не вычурно. Поэтому совершенно легко такой берет станет для вас повседневным каким-то вариантом. Совершенно легко можно его носить каждый день. Слушай, потрясающе. Я что хочу сказать? 999 рублей. Это специальное предложение дня, сегодняшнего дня от телеканала Shop & Show, специально для наших постоянных телезрителей. Специальная цена это что? Это самая выгодная покупка на телеканале в течение сегодняшнего дня. Но спешите, у нас могут быть ограничены количество размеров, точнее цветов, они могут закончиться. Между прочим, каждая отдельная такая бусинка из стразы в магазине стоит тоже денег. Да, ты совершенно права. Работа ручная по нанесению, конечно же, тоже. Но и материалы, безусловно. Мы с вами говорим о весне. Все-таки это такое время года, когда еще головные уборы должны быть достаточно теплыми. Да, поэтому согласна. Здесь в составе есть шерсть и есть акрил. И главный момент, который мне нравится. Посмотри, Арина, я вот так немножко вывернула наизнанку показать. Вот это борт нашего берета, посмотрите, который подворачивается внутрь. То есть, что здесь есть? Здесь нет резинки. То есть, нет у нас совершенно никаких не остается следов вот этих, знаешь, на лице обычно, когда ты надеваешь берет. Здесь резинки нет, здесь очень комфортно и надевать, поскольку размер у нас единый, посмотрите, отлично растягивается берет, то есть действительно любой объем головы подойдет, а вы уже можете варьировать только то, как будете его носить. Ну, вот Ксюша выбрала такой действительно французский вариант, берет на бок. Да, действительно, очень идет Ксюше под ее серые глаза. Серый цвет смотрится просто потрясающе. Боже, какое украшение. Такое, конечно, встретишь нечасто. И опять же повторюсь, я знаю, насколько стразы сейчас и бусины в магазине стоят от 200 рублей, даже могут доходить до 500 рублей некоторые стразы. Вы сегодня получаете по специальной цене 999 рублей берет от бренда Олмис Мисс Весна. Вам просто остается выбрать свой цвет. И, естественно, в прямом эфире вы уже получили консультацию стилиста, специалиста нашего эксперта,
эксперта Леры Совы. Черный, допустим, не рекомендуется женщинам с темными волосами. Выбирайте темно-синий или красный. Да, действительно, лучше делать таким образом. Хотя, ты знаешь, все-таки берет такая вещь, Ариш, я бы вообще выбирала два, поскольку цена позволяет, а образы можно менять. Качество безупречное. Давайте посмотрим на вязку. Вязаное полотно у нас здесь, напомню, акрил и шерсть в составе. Посмотрите, какие плотные у нас здесь нити, какие плотные здесь у нас петельки. Безупречное качество, конечно же, бренд Олмис. Мы в нем не сомневаемся, но лишний раз убедиться, в общем-то, когда, конечно же, всегда рады. Вы знаете, и вообще натуральная шерсть, на самом деле, 25%, по-моему, натуральной шерсти. Это настоящий подарок для вашей головы, ведь это наше тепло, действительно. А акрил, который состоит, да, что он еще дает? Во-первых, кстати, он шерсть смягчает. То есть, вы знаешь, очень многих, я, например, не ношу чисто шерстяные головные уборы, потому что, ну, просто начинает чесаться, да, вот такое раздражение. Поэтому акрил смягчает шерсть, никакого дискомфорта у вас не будет, никакой аллергии, кстати, не будет, даже если она у вас на шерсть присутствовала. Поэтому такой берет можно рекомендовать абсолютно всем. Да, действительно, что вы сейчас будете носить весной? Капюшон или шарф? Это уже не актуально. Берет должен быть у каждой женщины, а лучше, конечно, два. Берите яркий, станьте смелой этой весной, экспериментируйте со своим образом. Берет – это отличный способ познакомиться с новыми цветами, необычными, яркими. Будьте мисс весна этой весной, выбирайте свой цвет. Еще раз повторим цвета, давай, Лера. Да, давайте, конечно же, еще раз посмотрим на все цвета. У нас действительно сегодня целая гамма. Цвет сухая роза сейчас на ваших экранах. Кстати, обратим внимание, Арин, что мы можем совершенно легко варьировать берет. Вот это украшение может быть как впереди, так и сбоку, например, в зависимости от того, как вам больше нравится этот берет носить. Ну, а мы с вами давайте закончим знакомиться с цветами. Итак, сухая роза. Дальше у нас с вами есть цвет горчица. Прям французский. Да, кстати, очень. Есть черный цвет, классический вариант. Посмотрите, каждый из цветов украшен у нас с вами вот этой россыпью. Дальше у нас с вами есть красный. Красный просто потрясает, действительно. Красная помада, красный берет. Даже самое темное пальто станет ярким, и ваш образ будет действительно весенним. Дальше светлые оттенки у нас с вами есть. Есть вот такой бежевый цвет. Смотрите, какой он сдержанный, нейтральный, но очень благородный оттенок. Темно-синий, альтернатива черному прекрасная. Например, брюнеткам черный не рекомендую, а синий вполне. И серый цвет. Ой, тоже блестит очень. Потрясающее украшение вы сегодня получаете вместе с нашим беретом «Мисс Весна». Лер, я еще отметила, кстати, у меня был берет, и там была не резинка вот в этой области, а она была абсолютно не тянущаяся. Это было тоже очень некомфортно. Здесь вы получаете совершенно мягкий берет, который подстраивается именно под размер вашей головы. Вот такие потрясающие украшения будут сверкать на солнце этой весной на вашей голове.